В Башкортостане выбирают подрядчика на строительство школы за 300 миллионов рублей. Секвестр расходов бюджета республики не коснется объектов образования. Новая школа появится в Баймакском районе. Учебное заведение на 375 мест возведут в селе Старый Сибай. Заявки от претендентов на подряд принимаются до 21 апреля. В этот же день региональное управление капстроительства проведет электронный аукцион. Вот в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года. Как сообщал ранее РБК Уфа, в связи с необходимостью перераспределить средства бюджета в пользу наиболее пострадавших в условиях карантина отраслей экономики, власти Башкортостана приняли решение секвестировать республиканскую адресную инвестпрограмму. При этом сокращение не коснется уже строящихся объектов, а также социально значимых проектов в здравоохранении и образовании.